чтобы доказать эту теорему, мне потребуется несколько технических утверждений. Они, на самом деле, не очень сложные, но важные. Первое. Мне, как ни странно, потребуется быстро научить вас дифференцировать. Для тех, кто уже знает, что такое производное, это вообще сейчас не имеет проблемы. И то есть голосование. Кто знает, что такое производное? Ну, несколько человек знают. Замечательно. А вот для тех, кто не знает, что такое производное, это, с одной стороны, даже полезнее, чем для остальных, потому что заодно узнаете. А во-вторых, на самом деле для всех сейчас будет важно. Ребята, для тех, кто знает, что такое производное, вот такая формула является просто-напросто, что называется, родной. То есть надо взять функцию, да? Дальше что надо сделать? Прибавить какой-то небольшой сдвиг, разделить на h и стремить h к нулю. Вот это по определению называется производная в точке x. Так вот, этой формулой я сегодня пользоваться не буду. Почему я не буду пользоваться? Потому что моя цель — научиться дифференцировать многочлены над конечными полями. И вообще над любым полем. Понимаете, ведь предел — это означает, что у нас есть понятие больше, меньше, там, величина, неравенства какие-то есть, да? Что мы делаем все меньше, 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 меньше. А представьте себе, что у меня любой пол. А дифференцировать все надо. Так вот, давайте сделаем так. Я сейчас просто-напросто объясню, как аксиоматически ввести производную и, собственно, почему естественные и привычные вам правила, для тех, кто знает естественные правила дифференцирования, выполняются для того, что я веду. Представьте себе, что сначала для тех, кто знает, у меня есть многочлен x в степени n. Почему это моя производная? N на x в степени n минус 1. N умножить на x в степени n минус 1. Замечательно. Вспомним, что это на самом деле означало. Означало это следующее, что когда берешь x плюс h и возводишь в n минус степень и раскладываешь по биному Ньютона, то это будет x в степени n плюс nx в n минус 1 h плюс n умножить на n минус 1 пополам x в n минус 2 h квадрат. Ну, а дальше там не важно, потому что да, h нет, квадрат. Это слишком большой степени. И когда вы вычитали из этого x степени n, если x степени n вычитаешь, вот это исчезнет, на h поделишь, останется вот это, плюс что-то с h. Когда вместо h положишь 0, то это все исчезнет, останется вот это самое производное. Так вот, господа, я возьму вот эту форму просто в качестве определения производного. То есть, если мне дали произвольный многочлен, а нулевое плюс а первое x плюс а второе x квадрат плюс а третье x плюс и так далее, плюс а n на x в степени n, то производная этого многочлена просто по определению это а первое плюс 2 а второе x плюс 3 а третье x квадрат плюс и так далее, плюс n, а n на x в n. Заметьте, вот это не обязательно понимать. Если вы знаете, что такое многочлен, то продифференцировать его по формуле вы можете. Согласны? Теперь вопрос. Какие формулы для дифференцирования, что называется, в первую очередь важны, но какие самые простые? Ну как какие? Если у вас есть сумма двух многочленов, и вы их дифференцируете, то это будет то же самое, что f' плюс g'. Правда, что по этому определению это очень логично? Правда? Очень хорошо. Очень хорошо, значит, здесь проблемы нет. Дальше. Если у вас есть произведение двух многочленов. Вот это уже интересно.
f'g плюс f умножить на g'. Ну, давайте подумаем. Давайте подумаем. На самом деле, такая ли уж страшная эта формула. Господа, когда у нас есть многочлен, то он вообще-то состоит из отдельных квадратов, из отдельных многочленов. Правильно? Разумеется, достаточно доказать, ну, для каждого из них, правильно? То есть, значит, рассыпется сумму таких штук. Отлично. Значит, уже можно считать, что f – это какое-то число умножить на x в какой-то степени. По той же причине можно и для g считать, что он состоит из суммы отдельных одночленов, для каждого из них доказать, а потом сложить. Поэтому на самом деле проверять эту форму надо всего лишь в ситуации, когда f – это сколько-то там x в степени n, а g – это сколько-то там x в степени n. Ну, давайте проверять. Что такое произведение? Это a умножить на b умножить на x в степени n плюс n. Отлично. Как инфицировать? Это будет AB умножить на n плюс m на x в степени n плюс m минус n. Понятно? Так, теперь, что такое f'g? Ну, понятно, f' – это A умножить на n на x в n минус 1 и на x в n. А что такое f? А B куда? B, конечно. Как же иначе? А что такое f здесь? Это A x в степени n, B m x в m минус 1. Ну, господа, вам понятно. A и B идеально вынеслись. N плюс m как раз сложится, получится в нужной степени. Все идет. То есть вот это вот правило дифференцирования произведения, так называемое правило Лейбниц, очевидно получается при нашем формальном подходе. Никакие пределы не нужны. Мы просто проверяем, что для двух одночленов это так, ну а дальше все раскладывается в сумму для, и все получается. Отлично. На самом деле есть еще очень важное правило. Это сложная функция. Его чуть-чуть сложнее доказывать. Потому что, на самом деле, когда вы пишете то правило, лучше бы все-таки понимать вот эту вещь насчет h, h квадрат, да? Но, к счастью, оно мне не потребуется. Поэтому давайте поговорим, кому интересно, те в таком же духе, ну, точнее, вот уже в таком, все-таки надо потом раскладываться, без пределов, а просто формально писать, что такое производное. Когда многочлен разлагается, многочлен от x плюс h, разлагается как f от x плюс h умножить на многочлен от x, который называется f штрих, плюс h квадрат умножить на что-то. Ну или сделать, как считаете. Не надо, да? В общем, понимаете, да? Вот. Итак, мне все равно не потребуется сегодня. Давайте считать, что мы научились дифференцировать. Ребят, если кто ничего не понял, это вам повод, что называется, прийти домой и подробно прочитать, потому что, в общем, дифференцирование и интегрирование – это важнейшие математические операции, это все чрезвычайно важно. Итак, я, что называется, подготовил себя, потому что в доказательстве той теоремы про неразложимость дифференцирование будет использовано. Хорошо?